Я знаю, что на моем канале очень много любителей и поклонников продукции компании T&D. Если вас что-то заинтересует, то вы можете заглянуть в инфобокс под это видео и там зарегистрироваться и приобретать уже продукцию напрямую от компании со скидкой минус 35%. Это очень выгодно. Ну что, давайте будем посмотреть новый летний каталог, который будет действовать июнь, июль и август. Вот так он выглядит. Здесь в начале каталога заявлено много новинок. Мы сейчас очень быстро пролистаем с вами. Все новинки плавно-плавно появляются и будут доступны для заказа. Это у нас крем для кожи, склонной к гиперпигментации с SPF 50. Крем, который наносится поверх вашего крема, будет защищать. Ну, в общем-то, очень интересная новинка. Следующая новинка, и это вот такая вот серия, в которой у нас пенка для умывания, аквагель для глаз и лица, сыворотка праймер для лица и лосьон для тела. Очень заинтересовали меня эти продукты, хотя заявлено, что эта серия считается как молодежная, какая-то вот такая универсальная. Здесь у нас очень много интересных экстрактов. Ну, в общем, жду, когда появится интересно. Новых два аромата, женский и мужской. Кстати, в женском очень интересное такое сочетание. Киви, мандарин и бергамот – это верхние ноты. Центральные ноты – кокосовый нектар, гордения, жасмин, самбак. И в базовых нотах – ваниль, сандал и мускус. Так, вот такие вот еще ароматы представлены в компании T&D. Мужские, женские. Вот это вот для мужчин. Новиночки. И здесь у нас такие вот продукты, как шампунь для волос Центелла азиатская и гель для душа Центеллы азиатской. Очень интересно. И новинки с манго. Я просто в предвкушении, как будет пахнуть манго. Здесь также гель для душа и шампунь для волос. Индийская манго. Интересные новинки. Еще не менее интересные новинки для тех, кто занимается садом, огородом. Здесь у нас защитный крем для рук, жидкие перчатки. Защищает кожу рук при также ремонте, уборке на даче. И обеспечивает бактерицидную защиту рук. Ну, то есть классно. Парафин для рук появляется. Здесь прямо описано вот здесь вот спа-процедура, что зачем нанести. И интересных еще два вот таких вот гаджета. Это у нас пилка и для ногтей и пилка для ног. Ждем. Интересно. Новые два БАДа. Первый БАД — это у нас функциональный комплекс, глутацион комплекс. Это у нас, видите, здесь даже нарисовано для легких. Поддержка иммунитета, восстанавливает организм в период инфекционных и простудных заболеваний. Антиоксидантная защита организма, повышает сопротивляемость тканей внутренних органов к вирусам. Поддержка работы щитовидной железы. Интересные. Следующее, это у нас также новинка, функциональный комплекс «Златофит». Способствует поддержанию работы почек и мочеполовой системы. Получается, мочеполового пузыря. Круто, круто. Изучаем все очень активно. Ой, это подробно написано. Уже каталог доступен для заказа, поэтому, когда размещаете заказ, не забывайте включать свою корзину. Каталог, он стоит 100 рублей, действует 3 месяца, и здесь все подробно написано. Конечно, очень удобно. И в компании, в личном кабинете, уже на сайте есть разработанные программы врачей, которые действительно помогут вам решить какие-либо проблемы. Так, это у нас кальцимарин. Он уже доступен, я его пила. В общем-то, классный продукт. В общем-то, хочу еще раз пропить. Такой продукт – это недавняя новиночка. И здесь у нас функциональный комплекс «Геропролайф». Тоже биологически активная добавка. Комплекс, значит, здесь и сосуды, головной мозг, и повреждение старения, продление молодости. Я такой комплекс, в общем-то, получила. Хочу пропить. Вот магний. Здесь липовая кислота, цистеин, флавоногликозидов из экстракта гинкобилоба, витамин К в форме минохондрии.
Норкопус. Очень интересно. Так, это у нас золотой амарант. Очень мне нравится этот комплекс, когда в момент там простуды, каких-то воспалительных процессов. Вот у меня воспалялся штифт в зуб. Пропивала тоже все вот как бы так восстановилось. Так, это продукты у нас новинка. И это у нас масло конопли и черного тмина, нерафинированное. Я думаю, что это очень крутой продукт. Повышение числа иммунных клеток, поддержка уровня глюкозы, инсулина в крови, регулирование кровяного давления и, в общем-то, всех остальных. Ну, очень крутой продукт. Так, дальше это у нас новинка. Очень много, видите, новинок и много продуктов, которые начинают быть доступными. Здесь у нас бьюти-напиток, получается, что шоколад с гиалуроновой кислотой. В таком вот пакетике напиток разводите, очень круто. Получается такой низкокалорийный десерт, заявлено. Очень круто. Так, это новинка, тоже в таком же пакетике. Женский такой коктейльчик. Здесь вот все прям написано, что содержится, для чего. Очень круто. Так, это коктейли. Много раз я покупала в таких уже банках. Здесь шоколад и клубника, шейкеры. Все это доступно. Это также у нас разные фитозарядки, фиторелакс для ног. Все это уже есть. Пектиновые кисели с пектином. Очень вкусные. Кашки, супчики. Так, это антицеллюлитные продукты. Продукты по снижению веса. Это вот этот вот слим-чай, слим-кофе. Разогревает и, значит, вот этот горит как пламя вот такого перца. Вот, в общем-то, пользуюсь им. Это новинка охлаждающий. Массажер. Все это есть в комплексе. По снижению веса как раз к детокс программе, потом дальше программа и по снижению веса. Шикарнейшие соли для тела, очень ароматные и вкусные. Сейчас у меня медовый персик, такой очень вкусно ароматный. Классные лосьоны для тела, мне очень понравились, есть и тот, и другой у меня. Так, вот такие вот лосьоны с крем, молочко для тела с оливками. Очень хорошо восстанавливает, напитывает. Эти тоже классные. Так, гели для душа вообще с потрясающими ароматами. Очень красиво их представили в этом каталоге. Вот, действительно. Бальзамы для губ. Новинка. Это все увлажняет очень хорошо. В общем-то, вот такие вот продукты интересные. Так, дальше серия Intop. Коротко, серия у нас Витадерм от городского старения, от излучения, от таких вот лучей. Фитозащита чувствительной кожи, в общем-то, много всего интересного в ней. Это серия для проблемной кожи, убирает, есть и черные точки вот на носу. Вот этот очень нам нравится, дочерью патч для кожи склонной к акне. Здесь у нас и гель для лица, и очищающая маска для лица, и крем для лица от угрей и рубцов. Ну, то есть, такие вот продукты, которые именно для проблемной кожи. Следующая серия у нас серия Фитокод. Здесь у нас три вида крема по возрасту 25+, 45+, 35+, пилинг, тоник, бустер, гель для умывания. Так, дальше у нас серия очень шикарная с муцином улитки, и крем, и тоник. Серия со смеженным жиром. Очень-очень приятная, интересная, большая для волос и для рук. Очень потрясающая серия, мне она нравится. Так, серия у нас тибетская серия. Здесь также у нас и массажеры, да, и лосьон, и патчи. Здесь вот такие вот патчи для глаз. Здесь такая эмульсия, питательный крем для лица от морщин. И, в общем-то, у нас еще здесь пилинг для лица. Серия Женфей. Средство у нас здесь молочко для умывания и крем для лица. Серия от морщин.
серия коллаген. Женфей серия представлена здесь как-то два только продукта. Вообще эта серия была большая, да, продукт, интересно. Так, серия коллаген, много всего из нее пробовала, патчи вообще очень были в один период, мною очень любимые, только их заказывала. Так, здесь много интересных и эффективных продуктов и поддержания. Здесь моделирование овала лица, и сыворотки, и крем для век, и интересные продукты. Очень классный аппарат комплексного фотохромного ультразвукового воздействия. У меня есть такой, вам показывала. Пользуемся и от прыщей, и по сывороткам лифтинг. Так, серия Botalux. Здесь у нас гели для увлажнения против морщин для лица. Ну, это такие вот сыворотки. В них такие вот находятся крупиночки, в которых все эти компоненты собраны. И потом наносите, они плавно растворяются на лице, как бы раздавливаются. И здесь у нас крем-филлер от морщин. Серия с барашкой. Как она правильно это называется? Плацентарная серия. Хорошо восстанавливает кожу. Нравится она в основном взрослым, как-то женщинам, напитывает ее вот, вот так. Так, дальше у нас здесь 3D-массажер, такой вам показывала, брала. Серия у нас океан, да. Здесь у нас флюид для век, сыворотка для лица и увлажняющий праймер под макияж. Вот такой вот флюид для век, значит, я его брала, он мне практически закончился. Он просто такой гель, увлажняющий под глаза. Так, Фукаидан серия, тоже интересная. Серия здесь бальзам для губ, посмотрите, в какой баночке. Тоник очень интересный, крем для век. Вот, такое молочко купила, еще не успела попробовать. Очень рада, что вернули серию. Но здесь она написана, лимитированная коллекция класса люкс Марина Коллаген. Я из этой серии пробовала крем для век. Хочется что-нибудь еще поймать и попробовать. Тоник интересный, и крем. В общем-то, интересно, что ее вернули. Здесь в составе морской коллаген, экстракт водорослей, жемчуг, гиалуроновая кислота, провитамин В5, аллантоин, витамин Е и другие омолаживающие компоненты. Очень интересно. Серия Шарм. Здесь у нас получается два вида крема и крем для век. Один из кремов у меня был, и крем для век от морщин тоже были. Крем был увлажняющий, такой вот для лица. Так, дальше у нас здесь сыворотки двух видов. Одна, значит, две эссенции для лица с экстрактом икры и с коллагеном водорослями. Следующая — это у нас сыворотки для глаз и для лица в таких вот капсулах. Так, это у нас интересные очень продукты пошли. Трансдермальный комплекс Ботокс Эффект и трансдермальный комплекс Лифтинг Эффект. То есть без всяких инъекций вы смешиваете, насыпаете порошочек, жидкость. В общем-то, все описано очень подробно. Это такой вот мезококтейль плюс микрокапсулы коллагена. Пользовался тем и другим. Результат есть, очень хорошо восстанавливает, поддерживает кожу. Так, мезороллер для индивидуального применения, который нужно также не забывать обрабатывать. Мезороллер пользуюсь, есть у меня. В общем-то, здесь такие иглы. До крови не прокалывает, все очень деликатно. Лучше в вечернее время и после, допустим, такой вот мезококтейльчик или какие-то очень активные сыворотки нанести, очень круто. Так, здесь у нас дневной крем для лица «Сенсация». Вот список тех серий, которые есть. Так, давайте будем дальше листать. Это у нас мицеллярная вода, разные пилинги для лица, разные-разные гели для умывания. Так, коротко. Такой вот пузырящийся для губ, отшелушивающий, как маска наносится. Но эффект скраба и удаления получается того, что вот наслоилось на губах. Интересный эффект. Это у нас такие вот продукты очень корейской косметики. Серия «Корейская косметика». Интересные продукты, приятные ощущения. Здесь у нас платиновая маска, пептидная пленка, лифтинг для кожи лица тоже купила, еще не успела попробовать. Вот такая вот маска, которая поддерживает овал лица. Тоже очень круто. Кстати, здесь акция, видите, обращайте внимание, где что выгодно купить. Пластырь для
пяточек. Здесь у нас в критические дни, когда если болит живот, тоже очень такой пластырь. Патчи классные. Золотая маска, пленка для лица очищающая. Так, это у нас маска для кожи склонной к покраснению. Мне очень нравится эта маска. Она при куперозе, если вы приехали, допустим, откуда-либо, за города, с сада, и у вас горит лицо, подгорело, очень снимает быстро покраснение, успокаивает кожу. В общем, просто шикарнейшая. Нравится мне. Разные маски таких вот бюджетных упаковочках и эффективные. Смотрите, какой выбор разных масок на разный вкус. Тканевые маски, кремообразные маски, в общем-то, есть где что выбрать. Так, это у нас DD тональное матирующее средство кушон для жирной кожи. Также есть просто кушон и еще три вида. Видите, три вида кушонов разных. Туши с разными кисточками, пудры, карандаши, помады, косметички, бальзамы, кисти. Серия по уходу за руками. Здесь вот у нас получается крем для рук, пилинг, гель и соляной скраб. Разного плана крема для рук, для ног хорошо восстанавливают, ванночки делать, соляные ванны для ног с разными ароматами, чайное дерево, травы и лаванда. Столько продуктов. Я посмотрела, что будет 5 лет, как я приобретаю эту продукцию, но еще не все даже попробовала, сколько новинок выходит. Серия «Доктор Тайга» в таких вот бюджетных упаковках, эффективные крема для рук, прям минимизировано нужно. Серия, здесь у нас сезам и мятное масло, нежный эдельвейс крема. Очень крутая серия вот здесь вот «Доктор Тайга», это именно для полости рта, это ополаски для зубной пасты. Вот эта щетка очень мне полюбилась, у кого чувствительная эмаль, чувствительные десна, очень мягкая, очень классная, очень повторю ее обязательно. Ополаскиватель повторила, вот этот спрей сколько раз уже заказывала, на себе попробовала, вам подробно рассказывала, что как вылечила, только раньше сын пользовался там от стоматита при первых признаках, значит, першения в горле, а теперь сама подробно вам рассказывала. Зубные пасты очень классные. Мне нравится особенно. Это жидкий кальций. Вот это вот. Океанический жемчуг. Вот эти две интересные. Вот это я аккуратно пользуюсь. Она отбеливающая. Прям очень аккуратно. Так, следующая зубная паста. Это просто вообще крутая. У кого кровоточивость десен. У кого пародонтоз. Очень рекомендую вот эту пасту. Зубные щетки такие силиконовые. Для меня не очень. Дочка пользуется, ей нравится. Потому что все мы разные. Так, это у нас серия для волос. Для того, чтобы у нас укрепились волосы. Здесь, потому что здесь имбирь, цинк, рис, масло кокоса, ланолин. В общем-то, вот такие вот продукты. И маски, и бальзамы, и шампуни, которые у вас восстановят за счет того, что будет улучшаться микроциркуляция кожи головы и активизирует деление клеток волосяных фолликулей, восстанавливает ослабленные поврежденные фолликулы и устраняет перхоть даже и для того, чтобы стимулировать рост волос. Серия от седины, серия у нас от облысения. Смотрите, какие продукты. Здесь также у нас серия с внутри, вот такой вот в каждом упаковке лежит свой разный интересный, это корень женьшеня, обладает таким, ну, насыщенным ароматом именно женьшеня, эффективно восстанавливает волосы. Набор с экстрактом женьшеня, шампунь и маска, вот в такой же коробочке, совсем по-другому. Серия для волос с экстрактом гриба линчи жи. Такая вот из азиатских стран, да. Это у нас рецепт древнего Китая. Здесь все тоже написано, для каких проблем, что решает. Там перхоть в основном, вот эти вот серии убирают. Так, это у нас термозащита, шампунь, маска с кератинами, бальзамы, масло для волос. Это шампунь на основе плодов мыльного дерева. Все-таки вот интересные продукты. Здесь вот такие вот мочалки,
Это такая японская мочалка. Нет, вот это японский мочалка. Полотенце для тела. Хорошо скрабирует, выбирает просто цвет. А это спа-варежка. Действительно, она очень прям так, вот именно как в турецких каких-то хамамах она вот именно отшелушивает кожу. Интересно прям вообще. По отдельности можно заказывать наборами, кстати, вот эти вот продукты для волос, для тела. Так, это у нас тоже серия Камелия. Здесь у нас шампунь, кондиционер для волос и восстанавливающая несмываемая сыворотка. Ну, так коротко. Да? Серия для мужчин, очень много интересных продуктов. Серия для детей, зубной пасты, мювенок и зубной пасты и для тела. И шампунь, гель для волос для тела. Витаминки на мювенок. От продажи этих продуктов идут деньги в фонд Хабенского поддержки детей. Здесь у нас детокс пластыри, фруктовый чай, энергия очищения, другие чаи для решения разных задач, так, для сосудов, почечный, желудочный, тибетский сбор, очищающий с девисилом, фиточай для печени с расторопшим. Так, дальше у нас серия для ног. Кто вот каблучки носит, у кого капилляры вылезают, венки на ногах, снимает, в общем-то, усталость. Так, это у нас дальше идут массажный гель для тела, массажный гель Эрстофит и жидкий пластырь. Тоже в зависимости, у кого какие задачи нужно порешать именно с... Вот, видите, нарисовано с ногами, да? Так, дальше это серия с турмалином. Здесь разные такие вот, да, как эти наколенники, пояс, повязка, налокотники, трусы мужские с турмалином, носки. Это разные пластыри, которые обезболивают, решают разные задачи, которые нужно решить, и мочеполовой системы, и обезболивающие они, в общем-то, действенные. Вот такая вот рецепты восточной медицины, то есть безинъекционно, без таблеток снимают именно такие вот разные болевые ощущения. Здесь у нас массажные масла, разные чаи, пошли дальше, мужское здоровье, тоже видите, и пластыри, и чаи для мужчин, и масло для мужчин, трусы также вот эти вот, да, женское здоровье, гели для интимной гигиены. Так, это у нас валюта для женщин, чаи для поддержания женского здоровья, такие вот ежедневные прокладки, которые тоже решают разные вопросы, задачи. Секрет благородных вершин, массажное масло для женщин, вот это вот новинка, концентрат для напитков, фитоисточник для женщин. Здесь у нас благотворно влияет на состояние молочных желез. Вот. Покажу, если у вас какие-либо есть вопросы, которые нужно порешать. Вот такой вот продукт, новинка, который станет доступен в ближайшее время. Такие вот женские прокладки разного плана, которые очень крутого качества. Значит, чай Нони, разные интерпретации. Здесь вот тоже видно, для чего. Листаем. Также витаминный иммунный чай для тайги для зрения и таежный фитойод. Заменитель кофе, напиток кедровый, растворимый. Монастырский сбор. Здесь у нас вот эти новинки чаи стали тоже доступны с радиолой розовой, с чагой. Очень крутые чаи, буду пробовать, интересно. Вот про вот этот продукт я вам постоянно рассказываю. Комплекс для глаз, который действительно помогает, снимает напряжение со зрением. Для дочери пропивала, она такие две прям подряд, потом еще пили. Фукаидан, очень крутой продукт, который токсины, шлаки, свободный радикал убирает с организма и используется в разных программах по оздоровлению организма. Так, ну это биологически активные добавки, обо всем так коротко, обо всем не расскажешь. Коллаген, который постоянно пью,
и вот этот гель с аргинином и глицином, который тоже позволяет справиться со стрессом, улучшает настроение, позитив его и положительно влияет на иммунитет. Это вот так вот коротко обо всем. Серия для дома. Это у нас турмалиновый сфер для стирки, которые кладутся в две штуки, прям в барабан. Отбеливатель, пятновыводитель. Это средство для стирки и вот такой вот карандаш для удаления пятен. Для мытья посуды, для удаления жира и нагара. И интересные тряпочки для мытья посуды. Все тряпочки я покупала для пола. Очень понравилось, вы ждали мой отзыв, очень понравилось. Вот эти все тоже эффективные, все у меня есть. Скрабер очень люблю, для очков и смартфона пользуюсь регулярно. И в конце представлены вот такие вот акции, которые будут действовать на протяжении 3 месяцев. Когда вы покупаете пудру в подарок, да, здесь тоже. Ну и все, просмотрели мы с вами вот так вот. Каталог это у нас с алунитом. Значит, один идет с таким спрейчиком, а этот именно твердый алунит. Вот, просмотрели. И консультанты вот в таких вот программах участвуют. Обратите внимание, что выгодно заказы новичкам делать от 50 баллов. Ну, 50 не меньше, чтобы вам начислялись декоины. И чтобы вы могли потом для себя выбрать подарок, обменять декоины на подарки. Вот так вот выглядит каталог. Приятнейшего просмотра. У кого будут какие вопросы или отзывы на какие-либо продукты, обязательно оставляйте их под этим видео. Ну, а я буду прощаться с вами. Обнимаю вас крепко. Всем пока-пока.